Главный документ нашего государства, ядро всей правовой системы России – Конституция. Она состоит из преамбулы, двух разделов, 9 глав и 137 статей. Интересно, а что об основном законе государства известно саровчанам? Читали ли Конституцию, о чем она? Скажем так, я ее перелистывал, те разделы, которые меня интересуют. Потому что большую ее выучить тяжело. Те разделы, которые меня интересуют – права, прежде всего, обязанности. Не читал. И не знаете, о чем? Нет. О наших правах, которых нет у нас. Конституция читала, там прописаны различные правовые акты и так далее. Важный документ? Достаточно. Ну, все законы. Как же? Мы раньше изучали все. Это сейчас молодежь ничего не знает, а мы учились. А вы знали, что в Конституции Российской Федерации нет вообще ни одного слова, заимствованного из какого-либо иностранного языка? Она полностью написана с использованием только исконно русских слов. За 90 лет в нашей стране поменялось 5 разных конституций. Интересно, что саровчане хотели бы поменять в главном документе нашей страны? Ну, чисто гипотетически. Я думаю, там уже добавлено все такое, что возможно. Я уже ничего не вправе туда добавить. Совсем? Я думаю, да. Меня, в принципе, все устраивает. Ничего не менять? На данный момент я, в общем-то, не склонен что-либо менять. Что добавили? Зарплату прибавить некоторым людям, которые мало получают. Два экземпляра Конституции побывали в космосе. Первый в 1999 году на орбитальной станции «Мир», а второй на МКС в 2005 году. Примечательно, что первый экземпляр отправился в космос не просто как символ, а с практической целью. Космонавт Сергей Авдеев хотел получить юридическое образование и попросил текст документа для того, чтобы подготовиться.